Всем привет, канал Белорашен Леон. Сейчас на обзоре зарядное устройство 20-ваттное, оригинальное от Apple. Айфоны 14 и айфоны 15. В айфоне 15 сейчас такая зарядка, в айфоне 14 с одной стороны будет Lightning, а с другой стороны уже USB Type-C. Но они в обоем случае подходят. Вот так выглядят зарядки. Я заклеил поставщиков, чтобы не делать рекламу. Но это оригинальная, купленная в официальном реселлере в Республике Беларусь. Она 100% оригинальная, это китайская копия. С виду они практически одинаково, коробки сделаны. Шрифт только немного другой. Справа оригинал, напоминаю. И вот маркировки их. Справа оригинал, слева китайская копия. Хотя очень похожи между собой. Вот заводской номер и все данные 20. Сейчас будем открывать одну и вторую, сравнить, как будет выглядеть. Сразу оригинальная открываем. Документы внутри. Вот документы внутри. Так выглядит оригинал. Заклеен со всех сторон. Вот надписи, не знаю, сколько камера сфокусируется. Сейчас откроем китайскую копию. Документация тоже внутри, только одна бумажка уже, в отличие от тех трех в оригинале. И сравниваем. Шрифт здесь более яркий в китайской копии, здесь более тусклый в оригинале. Справа оригинал. Хотя с виду, если их рядом не ложить, то практически одинаковые. Это китайская какая-то такая, как будто грязная, какая-то царапанная, хотя на новое распечатывал только сейчас, а это идеально чистенькая, новенькая. Если вам видео было полезное, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Белорашен Леон. До новых встреч, всем пока!